Друзья, всем привет! Мы на канале «Своими руками». С вами два брата, акробата. В общем, короткий ролик. Короткий ролик про гипсокартон. Как клеим, что? Типа мини-теста. Мы тут вклеили гипсуху. И у нас остался кусочек. Мы его сюда приклеили. Кусочек на гипсокартон. Повисит 2 дня. И потом посмотрим, как он, что это. Как покажет себя. Оторвем. Друзья, короче, прошло 2 дня. Мы кусок гипсокартона приклеили на клей. Многие спрашивали, как он держит, хорошо ли, плохо ли, туда-сюда, как бы. Типа тестовый эксперимент такой. Обрезок взяли и на ляпку клея для гипсокартона приклеили. Вот прошло 2 дня. Отрываем. Вот видите? Вот оторвал. А где ляпка, он там остался. Короче, его только сейчас чем-то срубать или сломать. Вот так вот держит ляпочка. То есть гипсокартон не отвалится, но он в целом все изломается, но его невозможно оторвать от этого. Очень надежное крепление, так что не бойтесь, не парьтесь. Клейте на этот клей для гипсокартона именно, который. Они на разные смеси, они есть похожие. И будет вам счастье. Вопросов никаких не будет. Видим, вместе с штукатуркой, куском штукатурки отдолбилась, отпала ляпка наша. Вот так вот. То есть гипсокартон не отпал, и ляпка не развалилась, ничего. Просто со штукатуркой, со стеной выпала, с куском стены. Вот так вот.